Команда. Вот. Немецкой овчарке по кличке Оса 5 лет. Собака активная, но умеет слушать, поэтому с дрессировкой проблем не было, говорит хозяйка. Юлия Розуваева – опытный собаковод. В ее семье растут несколько четвероногих. Как только собака появилась в доме, уже начинается воспитание. То есть сначала идет адаптация щеночка, да, ну как и у детей. Ребенок приходит в мир, он, естественно, адаптируется, да, он привыкает к запахам, голосу. У животных то же самое. Есть те, кто хочет собачек погладить? Посмотреть на обученных собак пришла детвора со всех ближайших многоэтажек. Детям рассказали о профессии кинолога, а также разрешили погладить четвероногих. На мероприятии были и зооволонтеры. Прививать любовь к животным нужно с детства, отметили они. Домашние животные – это вообще очень про ответственность, да, то есть про ответственность человека, про осознанное заведение. А в принципе, в рамках этого мероприятия мы в том числе учим деток правильно знакомиться с собаками, правильно к ним подходить. Мастер-класс вместе со своими владельцами для юных челнинцев провели 3 собаки. Дети и их родители смогли задать интересующие их вопросы и получить советы от профессионалов воспитания своих питомцев. Кристина Балабанова, Искандер Мирзагитов, Кирилл Хабзей, Новости ЧОУ ТВ.